Чего же мясного сегодня нам приготовить? Так, говядину взять или баранину? А лучше взять кусок конины, ребрышек. Сейчас будем что-нибудь вкусненькое готовить, ребятки. Возьмем немного картошки, две луковицы, чеснок, соль и черный перец. Больше ничего не нужно для этого блюда. Так вот, наше замечательное мясо разморозили. Картошечку почистили. И вот так вот нарубили. Не крупно и не мелко. Лук почистили. И вот так довольно-таки крупно нарубили. Чеснок чистим. И тоже вот так вот крупно нарубаем. Вот так вот наше мясо нарубаем. Жирненькое, вкусненькое мясо. И к картошке отправляем. Туда же лук и чеснок. Черного перца можно побольше, чтобы было вкуснее, ароматнее. И все это дело хорошенько перемешаем. Берем такую форму для запекания и начинаем раскладывать в самый низ кусочки мяса, которые очень жирные. Вот так вот разложили на дно формы кусочки мяса жирные. И сюда сверху сейчас насыпаем все остальное. Ох, какие уже здесь ароматы слышатся. Картошку с мясом разложили. Наливаем 100 грамм воды. Чуть-чуть, буквально 20 грамм, наверное, растительного масла. И поливаем все это дело сверху. Все это дело еще раз вот так вот слегка я перемешаю. Сверху только. Накроем крышкой. И оставляем мариноваться на час-полтора. Через час в предварительно нагретую духовку ставим 180 градусов и отправляем наше дело тушиться, томиться часа полтора, может быть, меньше. Так вот, прошло у нас где-то минут 35-40. Достали нашу картошку из духовки, картошку с мясом. И добавляем туда сейчас, ребят, щедро сливочного масла. Вот таких вот три щедрых кусочка. Общим весом где-то 60 грамм, возможно, может чуть больше. Все, положили сливочное масло, сверху наложили. И убираем обратно в духовку. Все, отправляем в духовку запекаться. Это на час примерно. Потом еще достанем, попробуем. Так, ребятки, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Оф, какие ароматы идут. Как все здесь у нас кипит, бурлит, шкварчит. Скоро уже будет готово. Вкуснотище-то какое. Ну вот, ребятки, все уже. Время доставать эту вкусноту и пробовать уже. Давайте открывать уже. О, какие здесь ароматы идут, ребятки. Картошечка у нас уже полностью готова. А там такие соки, ребятки. Давайте вытащим мясо и посмотрим. О, мясо тоже полностью готово. Все. Какая они мягонькая получилась. Давайте уже это все пробовать и дегустировать. Вот такая вкуснота у нас, ребятки, получилась. Давайте уже пробовать. Мясо просто тает во рту. Вот такое вот мясико.
Нежная, вкусная, сочная. Давайте картошку попробуем еще. Вкуснота шедеврально. Вот, друзья, вот такое вот с виду простое, но на вкус очень вкусное блюдо получилось. Это у нас конина. Несмотря на то, что это конина, оно получилось очень нежным и мягким. Прямо супер. Всем приятного аппетита желаю от души.